Гошрами готовит еду. Картошка, баклажаны, помидоры, лук и чили. Вот сколько баклажанов, сколько чили, столько же. Все вот так вот в кастрюльку. Так, сначала лук и чили, потом картофан, перемешку с цветной капустой и мелко порезанными баклажанами. Как вообще не очень мелко, но баклажанчики сами по себе маленькие. Вот, и дальше это вот так вот неторопливо тушится на сковородке. Это называется сабзи, так вот они каждый день едят, потом смешивают это с рисом. В самом конце добавляют свежие помидоры и зеленку. И делают это на воде, не на масле. Масло чуть-чуть было в начале, когда жарили этот самый лук и перцы. Вот. А так в основном в конце добавят еще ложку ги. Вот. Все здесь воды довольно много. Вот. Вода. Чтобы был соус. Вот. В конце добавят еще ложку ги и как бы будет классно. И в конце получится еще зеленочку.